Крушение поездов в Хмельницкой области. Авария произошла сегодня около 6 утра на юго-западной железной дороге. Здесь столкнулись два поезда – пассажирский Киев-Каменец, подольский и грузовой – с 17 вагонами щебня. В результате два вагона с грузом перевернулись, с рельсов сошли локомотив и один пассажирский вагон. На момент аварии в поезде находилось более 500 пассажиров, в том числе свыше 100 детей. Больше расскажут наши корреспонденты. Этот участок железной дороги в нескольких километрах от станции Негин. Пассажирский поезд Киев-Каменец-Подольский через полтора часа должен был прибыть в конечную точку маршрута. Но около 6 утра навстречу пассажирскому поезду выехал товарный. Избежать столкновения было невозможно. Я в 11-м вагоне пила чай уже, то есть умылась, оделась. И посмотрела на часы и думала, так, сейчас 15-20 минут, и уже на месте. И в этот момент кидает вперед, такой удар происходит. То есть я понимаю, что или сорван стоп-кран, или мы во что-то сильно въехали. Происходит раз мощный, там 2 секунды, еще раз мощный удар. Третий, слышно или скрежет, ну вот что-то такой звук какой-то вдалеке. Я понимаю, что это не стоп-кран. Мы начали выглядывать из окон. Получается, там идет такой маленький поворотик. И я вижу, что валяется локомотив. Когда перепуганные люди вышли из вагонов, то увидели страшную картину. Перевернутые и искореженные вагоны товарняка, рассыпанная щебенка. А локомотив и первый вагон пассажирского поезда развернуло на 180 градусов. Как выяснилось, авария произошла из-за того, что грузовой состав по неизвестным причинам выехал навстречу пассажирскому поезду. На момент столкновения в пассажирском поезде находилось около 500 человек. Из них более сотни – киевские школьники, которые с учителями ехали на экскурсию в Каменец-Подольский. В результате аварии пострадали 4 детей и 2 взрослых. У всех легкие телесные повреждения и ушибы. Остальных пассажиров сразу же вывезли с места аварии на автобусах. Сейчас на месте происшествия работают спасатели госслужбы по чрезвычайным ситуациям, спецтехника, ремонтные бригады железнодорожников и исследователи нацполиции. С потяга пришел вытек дистоплива. Была великая ймовірність виникнення загоряння. Дане дистопливо было змито, была подана вода и унеможливлене виникнення пожежі. Наразі проводяться ремонтні роботи, люди, проведена евакуація людей в місто Кам'янець-Подільський. Комісія «Укрзалізниці» розглядає 2 версії причини аварії. Перша – це грубе нарушення правил маневра машиністам грузового поїзда. Вторая – ошибочні дії дежурного станції. Но окончательную причину назовуть слідователі. По факту столкновення поїздів уже відкрите уголовне производство по статті «Нарушення правил безпеки движения і експлуатації железнодорожного транспорту». Ольга Іванченко, Ольга Сергеєва, Олександр Шурін. Подробності телеканал «Інтер». Хмельницька область.